Состоялась презентация первой серии нашумевшего еще до премьеры фильма «Битва за Новоюшку». Это новый проект местных производителей кино и телефильмов. На премьерном показе зрительный зал кинотеатра заполнился до отказа, а такой интерес к картине вполне объясним. Все эпизоды картины снимались в Чебоксарах. Причем исполнители главных ролей выбрали из числа обычных горожан. Сюжет фильма закручен вокруг молодых девушек, каждая из которых вынуждена объявить войну криминалу, чтобы защитить своих близких. Съемки растянулись на полгода, а немало времени ушло на создание спецэффектов. Авторы отмечают, что свой сериал они снимают в основном для молодежной аудитории. Первая серия будет размещена в интернете, а в ближайшее время начнутся съемки и других эпизодов. Презентовать их планируют также на большом экране. Фильм делали от души, на самом деле, для нашего города. Фильм имеет свою планку. Это все-таки республиканский, городской уровень нашей, ну, вообще города Чебоксары и республики Чуваши. Поэтому не нужно думать, что это какой-то голливудский блокбастер. Да? Мы сняли своими силами тот фильм, который мы сегодня увидим. А есть, как говорится, определенный финансовый лимит денег вообще, да, на производство, на подготовку. И поэтому вот, с учетом того, что у нас было, мы сделали первый молодежный сериал.